О косметике Dermalogica я узнала около 5 лет назад в блоге замечательного британского визажиста Лизы Элдридж. Она использует косметику Dermalogica в своем каждодневном уходе за собственным лицом. Те продукты, о которых она рассказала, меня очень заинтересовали, и мне действительно захотелось их попробовать. На тот момент косметики Dermalogica еще не была официально представлена в России. Сейчас, там, последние 2 года она уже официально представлена, есть официальные сайты, официальные дерматологи, и она стала очень даже доступна для массового покупателя, потребителя. На тот момент я вынуждена была заказывать те позиции, которые меня заинтересовали, через eBay, и я была очень рада, когда получила эту самую волшебную коробочку, перевязанную ленточкой, открыла и с огромным интересом и жадностью начала изучать баночки, изучать их состав. Мой must-have уже на протяжении, наверное, последних лет 3-4. Это Dermalogica Gentle Cream Exfoliant. Вот такая вот баночка. Она, собственно, 75 мл. Но несмотря на то, что он стоит в среднем около 3000 рублей, его достаточно на долгое время хватает. Мне вот этой вот тубы Gentle Cream Exfoliant хватает, как правило, на месяца два, наверное, 2,5-3, достаточно активного применения, 1-2 раза в неделю. А я наношу его на зону лица, на зону шеи и вот здесь вот на зону декольте. А, собственно, я все продукты, которыми я пользуюсь, я наношу вот именно по такому принципу, потому что я считаю, что наше лицо, наше с вами лицо, оно заканчивается не вот здесь вот и даже не здесь, оно заканчивается вот здесь вот. Поэтому, пожалуйста, я призываю вас не экономить продукты, не экономить на себе, и если у вас есть такая возможность, то, ухаживая за лицом, не забывайте, пожалуйста, ухаживать соответствующим образом за зоной шеи и за зоной декольте, потому что это тоже ваше лицо. Также, заказывая косметику в интернете, не забывайте, пожалуйста, что во всех профессиональных марках достаточно активно развита система сэмплов, система вот таких вот саше маленьких, которые вы можете надорвать, в которых количество препарата небольшое, вам хватит его на 1-2 применения, но все равно вы сможете для себя хотя бы понять, подходит вам подобная позиция или нет. И заказывая тот или иной продукт, пожалуйста, не стесняйтесь, просите положить вам пробники по вашему типу кожи, говорите, какие линейки вас интересуют, будь то солнцезащитная линейка, либо позиции по уходу за глазами, либо увлажняющая линейка, либо линейка с витаминами, может быть, различные серумы. Признаюсь честно, я всегда подобные пробники прошу, я всегда очень рада, когда мне их кладут. Во-первых, потому что для меня это возможность попробовать новый продукт, которого у меня еще нету, и во-вторых, даже если этот продукт у меня уже есть полноразмерный, то этот малыш пробник пригодится мне для любой из моих поездок, и я всегда его смогу использовать, если я вдруг ночую где-то не дома, если я куда-то лечу, в самолете, в поездке, где бы я ни была, где бы я ни находилась, я понимаю, что это очень удобно взять несколько саше, они занимают минимальное количество места, но при этом я понимаю, что даже в поездке, даже за 1000 километров от моего дома, моя кожа получит тот уход, который она обычно получает дома, и да, для меня это очень важно.